зона ДВГ. Первый Колым. Серьезно? По нашему разделу ни одного замечания? Я думал, у нас эксперт из тех, кто на первом свидании не дает. Повесь трубку. Подожди, мужик. Иди в жопу. Вот так, значит, да? Я тебя запомнил. Слушай, у нас тут намечается большой объект, и нам не помешает пара лишних рук. Маргарита Петровна там еще работает? Нахер тебе этот геморрой? Она до сих пор чертит не в масштабе и взрывает к ебеням все блоки. А нет, тогда отказать. Именем 87-го постановления благословляю вас, а теперь идите к черту. Ну чё, Снежок? Хочешь, обрадую? Можешь собирать команду. Тебе достается реконструкция двух наших блоков. Ёб твою мать. Обследование сделаем примерно за неделю. Блок А — частичная перепланировка с заменой фасада. Блок Б — пристройка с новыми камерами для изыскателей, а также парочка усиленных камер для буровиков. Стадия П — на минималках. Остальное допилим на рабочке. Гипто понял, на что подписался? Думаю, да. Я, конечно, понимаю, у нашего снеговика пукан закаленный, но я не помню ни одной реконструкции, которая заходила бы без смазки. Проще к херам снести здание и построить новое. Тут ты прав. Единственное, что меня беспокоит, это как тянуть наружные сети до этой новой трансформаторной с нашим конченным генпланистом. Мы опять меняем ноль. Ты сказал, что больше изменений не будет. Ну а что я теперь сделаю? Оказывается, здание в воздухе висит. В прошлый раз ты его в озеро посадил. Ты вообще генпланист или кто? Ну вообще, как бы да, но и в то же время я не знаю. У меня гениальная мысль, ребята. Может, сжечь этого уже упыря на масленицу? Электрик вообще куда-то пропал. Последний раз его видели у киповцев. Хер знает, живой он или нет. Я на согласование. В этот раз этим сучарам не удастся все спихнуть на нас. Что остальные? В блок Б технолог тянет огромный трубопровод. Зачем он нужен, сам не знает. Короче, жопой чувствую, смежники опять пересекутся все к херам. Выпустим такую дичь, что с нас строители потом не слезут, а им дай только повод нас подъебнуть. Иваныч, там проектировщики приехали, хотят стройку глянуть. Надеюсь, вы уже выкопали для них яму. У архитектора творческий порыв. Вчера начал прорабатывать фасады. Вроде идет по графику. А что, у нас УВшники уже насранные, да? Там так-то мое дымоудаление пойдет. Забыли про меня? Ты по поводу отверстий? Нихера ты догадливый, а зачем еще вы мне нужны, по-твоему? Перекрытие ты не трогаешь, ясно тебе? Правда, что ли? Лучше бегите и окропите их святой водой. Обожаю портить настроение конструкторам. Готовьтесь усилять перекрытие, сучки. Господи боже мой, зачем я подписался только на это обследование? Чё делаешь? Ёб твою мать, ты меня до смерти напугал. Чё мутишь-то? Да пытаюсь проверить прочность бетона, не дай бог эти стены усилять еще придется. Не-не-не, никаких усилений, нас это откинет. Ну, Снежок утверждает, что бетон здесь охуенной прочности, а внутри стоят ломы из сороковки. Но я больше доверяю приборам, а не слову пацана. А где Снежок? Сказал, что пошел к ребятам с форума проектировщиков спросить что-то про трещины. И ты что, взял просто так его отпустил? Ты в курсе, что ему там сейчас накидают в кратер? Ты же знаешь, чем там обычно заканчивается любая тема. А ну успокоились там, пиздюки. Тема закрыта. Ты долго еще херню здесь страдать будешь? Выкинь нахер уже свой штопор. На. Возьми эту мандулу, от нее больше толку будет. Бля, надо отказываться от этого объекта. Базарил сейчас со сметчиком, тот совсем охерел. Чертежи ему не нужны, и спецификации тоже. А чё ему надо-то? Воры, блядь. Ты кто?
Я представитель заказчика, планы поменялись, он хочет начать строить раньше, чем проходить экспертизу, и у вас теперь нет права на ошибку. Если накосячите, все будете оплачивать из своего кармана, мать вашу, ясно? Вы что, охерели? И да, кстати, оплата после экспертизы. Передай своей пехоте, чтоб поднажали. Кидалова! Куда пошла ведьма? Даю слово, я откинусь, найду вас, конченые ублюдки, и вставлю вам всем осиновый кол в жопу. Автор сценария «Видео 3000». Идея Александр Черняев.